Итак, смотрим обзор опасных моментов, заброшенных шайб. Владимир Боровков открывает счет уже на второй минуте. Точный бросок после неудачного паса игрока Алтай Торпедо. И здесь еще один, скажем так, курьез. И шайба в воротах после броска Никиты Лукина. 0-2 в первом периоде. Причем у Алтай Торпедо были все шансы отыграться уже в первом периоде, но ни Максиму Худякову, ни Александру Архипову вот в этом моменте не удалось поразить ворота Ильи Румянцева. Худяков попадает во вратаря. Ну и, конечно же, старались ловить на силовых приемах, блокировать эти броски. Лагунов, неплохой пас на Дениса Буденчука, но вот завершающий бросок не точный. Начало второго периода. Денис Куянов берет игру в свои руки и поражает ближний верхний угол при игре в большинстве. 1-2. Еще становится, и казалось, что интрига в этом матче появляется. Но ненадолго, так как спустя 3 минуты Орлан отпраздновал взятие ворот после броска Владимира Маркелова, который в касание расстрелял ворота Ивана Полошкова. 1-3. Четвертую шайбу организовал Валентин Терещенко. Был рикошет, и Терещенко с пятака отправляет шайбу в касание. Здесь передача Ярослава Евдокимова. 1-4. Но на этом не все. Во втором периоде Архипов мог сократить отставание, а в итоге все обернулось еще одним взятием ворот. Здесь потеря за воротами. Шайба оказывается у Ивана Полошкова. Но очень скоро после передачи Айдара Кусаин отличается Ярослав Евдокимов, который поразил пустой угол ворот. 1-5 по итогам двух периодов. И в заключительной третье Орлану удалось довести дело до разгрома. Ярослав Евдокимов в большинстве с пятака заталкивает шайбу в ворота. 1-6 становится счет, после чего Орлан заработал численное преимущество. И здесь уже Александр Менщиков. Все-таки Александр Менщиков, а не Константин Пархоменко, забросил эту шайбу. И счет становится 1-7. И до конца этого матча этот результат не изменился, хотя шайба оказалась в воротах Данила Чепец, но показал главный арбитр, что была игра высокоподнятой клюшкой, и поэтому взятие ворот было отменено. Было не зафиксировано. 1-7 в пользу Орлана. Уважаемые друзья, завтра повторный матч. И статистика по итогам всей игры. 26-35 – это броски створ. 26-24 – выигранные вбрасывания в пользу Алтай Торпедо. Дважды реализовали большинство хоккеиста Орлана. Один раз Алтай Торпедо. И 6 минут штрафного времени у Алтай Торпедо. И 8, соответственно, у Орлана. Итоговый счет на табло 1-7. Пользу гостей из Кокшетау. Завтра 18:30 прямая трансляция, а также матчи можете посмотреть на трибунах Дворца спорта. Приходите. До новых встреч, друзья. Спасибо большое за внимание. Пока.